Газель, да? А чем газель? Бортом, блин. Как снять фонарик на Discovery 3? Вот такой инструмент, который все умеет. Болтушочек раз, болтушочек два. И сейчас будет сюрприз. Интересно, есть доступ или нет? Погоди. Ага, вот они эти. Нижний не вышел еще. Вот оно место раз, вот оно место два. Пластиковые защелочки. Только вот оно. Лучше бы вот оно. Вот здесь вот. И потом поставить клипсу и заклеить. Или опять же вот оно место есть. Но тут вылет большой. Ну тут бог с ним. Вот она, папа, мама у нас. Ее надо отщелкнуть. Нажать куда-то. Ну да, все замерзло. У нас зима. Что там? Вот так, куда там давим мы? Подожди. А, стоп, вот оно. Вот оно это место. Сюда давим, и фонарик снимается. Снимается. Оказывается, все простенько. По доступу, в принципе, я думаю, мы тут разберемся. Ну да, тут по идее вот здесь. Засверлиться, закрыть и на герметик поставить, конечно. Ну тут просто вылет большой у меня. Я не подлезу. Ну, вот оказалось все просто. Вот такие клипсы. И здесь клипсы. А, вот она одна клипса согнутая. Вот она. Ее надо распрямить. Что у нас, если мы залезем, что у нас есть? Вот здесь. Есть технологические отверстия, и там еще один металл вот он просматривается. Так что тут особо не залезешь, не долезешь, надо это иметь в виду. Ну, если что, сверлиться отсюда.